Всем привет! С вами снова Артур. Ну и сегодня у меня в ремонте. Toyota Prius Prime. Ремонт переда. Итак, все части переда будут заменены, некоторые части телевизора отремонтированы. Вот что, ремонт начинается. Первым делом разбираю машину и устанавливаю ее на стапель. Машина разобрана, и я начинаю вытягивать лонжероны. Тяну и измеряю диагонали лонжеронов. Для этого у меня есть размеры этого кузова. Пока я измерял, увидел повреждение на левом лонжероне. Устраним его. Для этого мне нужно удалить эту часть и вырезать окно для подходов. Но мне мешает амортизатор. Снимаю его. Теперь я имею подход к внутренним повреждениям. Вытягиваю лонжерон и устраняю внутренние повреждения.
Внутренние повреждения отровнял и теперь привариваю все удаленное обратно. Теперь все в порядке, высота лонжеронов одинакова. Теперь я выравниваю поврежденные части телевизора. Все, что смог, отровнял, прикручиваю все обратно. Крашу верхнюю часть телевизора. Устанавливаю радиаторы и остальные части.
Теперь устанавливаю передние крылья, капот, фары. И на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Покрасочные работы закончены, и машина вернулась ко мне. Собираю ее. Итак, этот ремонт закончен. Этот ремонт занял 8 дней. 5 дней работа с металлом, 3 дня покраска. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!